Замечательная девушка из Чехии, умница, красавица и, конечно, студентка Карина Мовсисян стала главным призером 29-го конкурса «Лучший молодой ученый Евросоюза». Конкурс проводился в Таллине, и в нем принимало участие 120 молодых ученых из ЕС и других стран. Победитель получит от 3,5 до 7 тысяч евро призовых и стажировку в престижных научных центрах. Карине всего 18 лет. Но это не первая победа девушки. Она уже получила премию по итогам международного конкурса в Лос-Анджелесе, где была признана лучшей за исследования в области онкологии. Девушка обнаружила механизм, который поможет предотвратить развитие раковой опухоли. Мы гордимся тобой, Карина. Ты молодец. Армянский гроссмейстер Левон Аронян стал первым в истории двукратным победителем главного шахматного турнира по нокаут-системе. Это произошло на Кубке мира в Тбилиси. Аронян, который демонстрирует в этом году впечатляющие результаты, завершил финальный поединок с китайцем Дин Лиженем убедительной победой. Занимающий сейчас четвертое место в классификации Международной шахматной федерации 34-летний Левон Аронян – гроссмейстер с прекрасным послужным списком, который теперь украсил очередной титул, заставивший вспомнить о самом первом в истории Кубке мира. «Я всегда верил в собственные силы. Я всегда плохо выступал на турнирах претендентов, но в 2018 году все будет иначе», — сказал Левон Аронян. «И мы тоже всегда верили в тебя, дорогой Левон, и очень надеемся, что однажды тебе покорится шахматная корона чемпиона мира». Золотой абрикос созрел в Туапсе. Осень в приморском городе — лучшее время для праздника, тем более в таком многонациональном и колоритном, как Туапсе. Кстати, о национальностях. В интернете по этому поводу сказано так. Большинство граждан Туапсе – русские, много армян, преимущественно потомков переселенцев из Западной Армении. Эти потомки гордых амшенцев, давно ставшие российскими гражданами, бережно хранят свои традиции, культуру и щедро делятся ее неповторимыми особенностями со своими добрыми соседями. Туапсинский фестиваль армянской культуры «Золотой абрикос» – необычайно яркое, ритмичное и веселое действо – собрало в последнее воскресенье сентября на Центральной площади тысячи людей. Они пришли на праздник, который уже давно стал общим, ибо хорошая песня или веселый танец радует душу всем, кто способен любить и радоваться жизни. Мичиган стал 8-м штатом США, признавшим независимость Республики Арцах. Резолюция с призывом признать и расширить экономические и культурные связи с Арцахом была представлена сенатором Джеком Кнезеком. Признание Сената Мичиган независимости Арцаха является громким подтверждением непреклонной приверженности Америки демократическому самоопределению и столь же мощным ударом по продолжающейся агрессии президента Азербайджана Ильхама Алиева против этой мирной республики, заявила председатель Армянского национального комитета Америки в Мичигане Лара Наркисян. «Мы солидарны с ее заявлением и выражаем уверенность в том, что в ближайшее время все штаты Северной Америки присоединятся к этому решению». В категории «Лучший иностранный фильм» на премии «Оскар» от Армении будет выдвинут фильм «Ева» режиссера Анаит Абад. Об этом сообщила пресс-служба Ереванского кинофестиваля «Золотой абрикос». Фильм на армянском языке является совместной продукцией Армении и Ирана. Сюжет картины – драматическая история женщины, которая хочет забыть темную и тяжелую историю, однажды случившуюся в ее жизни. Ева уезжает с дочкой из Армении в Арцах к знакомым. Но тяжкий груз прошлого дает о себе знать. Что ж, будем ждать хороших новостей из Американской киноакадемии. Наши соотечественники из Армении, которые работают в России, теперь смогут лечиться бесплатно. Это стало известно из заявления министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. В ходе открытия третьего армяно-российского форума по здравоохранению, который начал свою работу в начале этой недели в Ереване, Скворцова добавила, что трудовые мигранты смогут воспользоваться теми же медицинскими услугами, что и граждане России. Это значит, что специалисты, приехавшие на работу из Армении, и их семьи получат полное медицинское страхование и, следовательно, бесплатную медицинскую помощь. Соглашение уже подписано и одобрено со стороны России. Теперь его будет изучать армянская сторона. Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева заявила о необходимости увеличения числа армянских студентов в российских вузах по IT-специальностям. Армению очень интересует подготовка инженерных кадров, которые будут работать в области информационных технологий. И мы будем делать все возможное, чтобы расширить количество поступающих студентов из Армении именно на эти специальности в следующем учебном году, сказала министр на пресс-конференции в Министерстве образования и науки Республики Армения. Она отметила, что многие российские вузы уже имеют тесные связи с армянскими коллегами в этом направлении, в частности, РУДН и МИФИ.
Следует отметить, что в настоящее время Армения переживает бум в сфере развития цифровых технологий, и обучение армянских студентов в российских вузах будет способствовать дальнейшему прогрессу в этом направлении и росту экономики Армении. В будущем году Древний Ереван будет отмечать свое 2800-летие. День Еревана отмечается ежегодно в середине октября, начиная с 1968 года. Столица Армении с большой ответственностью готовится к празднеству. В честь юбилея будут организованы различные мероприятия. Одним из них станет создание уникального ковра «Эрибуни Ереван 2800», который найдет свое место в Музее истории Еревана, сказал мэр Еревана Тарон Маргарян. Градоначальник придал особую важность идее создания ковра «Эрибуни Ереван 2800», подчеркнув, что эта инициатива станет оригинальным подарком к юбилею столицы. Напомним, что «Эрибуни Ереван» был основан в 782 году до нашей эры на юге-востоке Армянского Нагорья царем Аргишты I. Краеугольная плита, на которой высечен год основания Еревана, цела до сих пор и находится в музее крепости Эрибуни.